В администрации Люберец прошло первое совещание, посвященное развитию стартапов на территории городского округа. На встрече поделились идеями по привлечению новых специалистов. Глава муниципалитета Владимир Ружицкий предложил сотрудничать в этом вопросе с высшими и средними учебными заведениями Люберец, а также привлекать стартаперов из других округов и регионов. Чтобы каким-то образом, желательно, Люберцы стали бы такой некой площадкой всего нового, всего, что связано с новыми идеями, мыслями, новым бизнесом. У нас есть для этого огромное желание, и самое главное, для этого есть возможности. Кроме того, участники собрания обсудили вопросы, связанные с поддержкой инновационного бизнеса. Стартаперы из Люберец могут рассчитывать на помощь правительства Подмосковья при выходе с товаром на маркетплейсы. В дальнейшем Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сформирует отдельный пакет мер поддержки для стартаперов.